Так, в общем, тут я менял давеча эти аккумулятор на V3, потому что родной сдох. Ну и на такое же говно поменял. Вот это говно, по-другому не назовешь. Значит, смотрим его вес. Вес смотрим. 22,5. И вот я нашел, спасибо знакомой женщине, которая продает для видеокамеры. У нее такие аккумуляторы. Вот так это все выглядит. Сразу ставишь и работает на БАО, на этом. Но я, скорее всего, буду менять контроллер, потому что здесь все-таки, ну, они разные. Ну, смотрите, значит, что тут пишет у нас? 1200. И вес, смотрите, почти 33 грамма. То есть он такой весистый, явно неплохой. Поэтому я поменяю контроллер. В принципе, работает сразу, но контроллер мне надо. Так что вот такая вот батарейка, я думаю, подольше будет служить, чем вот такое вот убогое. Так что так вот.